Всем привет! Типичное утро многодетной матери, когда никто не идет в сад. Ай, если сейчас не снимем распаковку, мне нечем будет прочищать засор. Ну и тогда неизвестно, когда я ее сниму, когда у нас сопли в очередной раз кончатся. Так, помощники аккомпанируют. Ева, ты аккомпанируешь? Да. Вот. Давай, на низкие ноты нажимай. Заказ у меня на 50 баллов, и, наверное, в текущем каталоге больше я заказа не сделаю, потому что больше ничего не надо. Так, да, это нам нравящийся гель для прочистки унитаза. Артикул ты где? Вот, 30-292. А есть еще другой Фаберлик, но вот он нам не нравится. Вот, две штуки. Так, готовимся к 8 марта. У бабушки маленькая ягоза. Да, изничтожает кусковое мыло, запасли. Да, тоже это и нам, и на 8 марта. Все-таки приятно. У нас немцев вроде в родстве нет, но любим мелкие практические подарки. Практичные. Заговариваюсь, потому что еще надо за одним помощником следить, чтобы не разнесли квартиру. По своему бонусу 70% и по цене каталога взяла помазки. Это аккуратно, это твои крестные подарим. Она вроде мой канал не смотрит. У нее весной день рождения. Я думаю, к ее дню рождения я еще куплю, чтобы у нее месячный полный курс был. Красивая штука, интересный. Так, составчик, он тут длинный, можно долго изучать. И есть ради чего вообще это на лицо намазывают. Тут и тебе и аскорбинка, и разные экстракты, и гиалуронка, и прочие еще увлажняющие компоненты. И так, где-то я видела. Так, пантенол, алантаин, это они молодцы. Там мыло. Хорошо, один кусок откроем. Давайте откроем мыло. Да, Андрюша уносит веревку. Вот, в виде кусочка аметиста, красивенько. Слушайте, нам по цвету в туалет подходит. Может быть, я про запас возьму. Тебе нравится, как пахнет? Ну, запах, знаете, тут что-то из Ашана мама принесла. Так пахло розой на всю ванну, что просто в качестве ароматизатора захотелось пойти купить. Так. А его можно мыть? Можно, иди мой. Так, взяла я два пробника. Один за 20 рублей, другой почему-то за 40. Буду тестить из пробника. А то полки ломятся. Плюс для меня нота жасмина, она всегда очень сомнительна. Пойдет, не пойдет. Поэтому попробую распробовать. Так, секундочку. Так, надо ускоряться. Ассистенты ушли одни дегустировать мыло. Спасаем обувь от реагентов. Реально помогает. Очень рекомендую. Своего любимого пятновыводителя тоже себе и на все дежурные подарки воспитателям, врачам, медсестрам, если понадобится. Вот. По-моему, гораздо лучше любой шоколадки. Потому что, вот поверьте, когда 150-я шоколадка на 8 марта или еще на какой-нибудь там, не знаю. Кстати, медработников можно и с 23 февраля всех поздравлять, все военно обязанные. Так что... По-моему, пятновыводитель – это всегда для любой хозяйки это лучше, чем 10-я шоколадка. Гель для профилактики устранения засоров. Я вот сейчас сижу, смотрю, а где чек? Куда я чек выкинула или я еще не выкинула? Так. Ну, значит, буду проверять, почему один. Я вроде два хотела. А может, я забылась, заказала один. Взяла вот эти гели-растирки с пчелиным ядом, с сабельником. Крем-бальзам с мумиё планирую как крем для тела попробовать использовать. Тут вроде бы ничего не мешает ему оказаться хорошим кремом для тела. А растирки... Господи, да что ж такое-то? Ну почему, если мой волос к тебе прилип, ты бежишь, стонешь, как будто это что-то страшное. Это спрячу, это моей принцессе, пока она там мыло дегустирует.
Все три старые ароматы из этой серии Stories у меня есть. И упаковочки у них такие, что маленьким девочкам дарить, по-моему, самое оно. Поэтому к лету будут еще дни рождения дочек маленьких подружек. Вот я, наверное, еще этих ароматиков девочкам дошкольного, младшего школьного возраста прикуплю. Так, это сын-подросток заметил, что очень хорошо помогает от прыщей, покраснений и прочего-прочего. Это ему. Ну, это мой must-have, всегда подкупаю, даже если стоит что-то еще в запасе по хорошей цене. Лаки для волос. Я тут, кстати, поздравьте меня, я впервые в постковидной эпохе пошла, срезала значительный кусок длины, поняла, что каниколон вызывает зависимость, очень хочется какие-нибудь интересные косы или еще что-нибудь соорудить на голове, а для этого длина должна быть умеренная, срез профилированный. Ну и действительно, когда уже, слушайте, четвертый год не стриглась, да, я волосы красками и горячими укладками сильно не мучаю, они выглядят приличными, но сейчас попробуй распусти, из тебя помощники все повыдергают. Поэтому нет-нет-нет, длина у меня сейчас такая, что просто в высоком хвосте это еле до плеч достает. И непривычная легкость. Смотрю на свои косы, думаю, резинку одеть просто, чтобы восстановить ощущение тяжести. Нет, нет, все мы не откроем, тогда мы их все подарить не можем. Так, ну это, собственно, акция. Купите что-нибудь, получите подарок. Вот, крем для век, подарок. Маска для лица и мой любимый... А, я их два заказала. Наверное, я перепутала. Наверное, меня очень сильно суетились помощники, когда я оформляла. А это всякие женские штучки. Я тебе чуть попозже расскажу. В общем, когда они суетятся во время оформления заказа, получается кремов для век 2, гелей для прочистки засоров 1. Ну, давайте все-таки я платье там покажу. Так, выползает сюда. Платье вползает в кадр. Платье вискозное. Черная его цена, на мой взгляд, была сильно-пресильно завышена. А когда остался последний размер и цена упала ниже 700 рублей, я решила, что надо взять. Потому как, да, хомут у этого платья сомнительный, но вискозные вещи у Фаберлика обычно отличного качества. И, соответственно, если этот 50-й будет очень большой, я его или ушью, или подарю. Но на 46-48 платье, свитер 50-го размера должно быть умеренно в облип. Вот он, этот хомут. У меня где-то в гардеробе что-то с похожими хомутами с каких-то прошлых пятилеток лежит. Нет, это не детям, это бабушке плечико лечить. А еще зачем здесь? Вот, если оно еще осталось на складе, на ощупь очень приятный удлиненный свитер. Мы пошли все убирать, складывать. Бум, бум. Вам хорошего дня. Пока-пока.